Мир всем и ассаляму алейкум! Сегодня показываю еще один вариант приготовления кукурузного дагестанского хинкала. Давайте начнем. Для начала я отвариваю домашнюю колбасу. Снимаю пенку, чтобы бульон был прозрачным. Колбаса свежая, не сушеная, поэтому варила я ее около часа. Далее добавила картофель, это по желанию, и добавила 2 лука для вкуса. Также посолила по вкусу. Для теста я взяла 500 грамм кукурузной муки и 250 грамм пшеничной муки. Пол чайной ложки морской соли. Все перемешиваю и добавляю постепенно горячий бульон. Замешиваю тесто сначала лопаточкой, а потом уже рукой. Тут главное не обжечься. Готовую колбасу и картофель я достаю из бульона. Также достаю лук и выбрасываю, он нам больше не понадобится. Доливаю немного воды и делаю заготовки из теста. Можете повторить за мной, так как я делаю на видео. Можете так, как вам нравится. Это не принципиально. Отправляем их в кипящий бульон. Варим на максимальном огне около 3 минут. Обязательно попробуйте приготовить и этот вариант кукурузного хинкала. Я уверена, он вам очень понравится. Подаем с томатным соусом, либо со сметаной, либо просто с чесночным соусом, а также с бульоном. Всем приятного аппетита!